Ну что, здравствуйте, дорогие мои. Я дуже щасливий, що ви мене зараз бачите. Для початку я рекомендую підписатися, щоб не пропустити все найцікавіше, що в нас тут стається. А ми тут показуємо те, що стається на болотах, на болоті на цьому. Це дуже цікаво. Побалакуємо з ними, можливо, про те, що зробила ІГІЛ в Крокусі. І подивимося на цих убогих. Що вони, як вони, що вони думають, про що вони хочуть побалакати. Ну що, дорогенькі мої, полетіли на ці болота. Подивимося на цих лаптіногих. Полетіли. Здравствуйте. Привет. Как дела? Спасибо, нормалды. О чем говорите? Что спрашиваете? Зажили-были. Не понял. А про что говорили с последним собеседником, если он был из Украины? За перемоги. Что такое перемоги? Это русская? А, за победу. А и что обсудили? К чему пришли? Ну, положение у Украины безнадежное. С какого момента? С какого момента? Ну да, просто интересно, с какого момента положение Украины стало безнадежное? Ну, как вступили в этот... Во что? С Россией, как начали бодаться. А, когда Россия пришла в Украину с войной, и мы начали бодаться. А в какой момент? С 91-го года. Ага, а что произошло в 91-м году? Ну, давай, расчехляйся. Что произошло в 91-м году? Так, понимаете? Оно ж тупорило, даже не понимает, что произошло. Произошел развал цього совка, и, ну, про що можна розмовляти, коли людина каже, що ще з 91-го року ми почали з ними бодатись. Що там бодатись з цим болотом сраним? Так, любі друзі, я щасливий, що ви підключаєтесь до переглядів. Будь ласочка, ставимо лайк, якщо ви рахуєте, що це добре. А також підписуємося. Полетіли. Слава Україні. Героям слава. Ви звідти? З Києва. Добре. Що у вас в Києві трохи легше? Ну, більш-менш. А ви зараз в теплій Португалії. Тепла сонячна країна. Як давно ви там? Вже 6 років. Оу. Я зрозумів вас. Нормальна країна? В літі дуже жарко. Да? Я зрозумів. Ну, таке діло. Можливо, якісь питання у вас буде до мене? Ні. А що у вас там така собацюра ззаді, да? За вами? Да. Так, хвостом так віля-віля. Хоче на вулиці вже піти. Та вона тільки прийшла з вулиці. Да? Скажіть, що так багато гуляти, то можна здуріти. Шкідливо. Шкідливо для здоров'я, так. Да. Все добре. Питання якесь ще. Давайте. А, давайте, да. Да. Удачі. Все, давайте. Привіт. Как дела? Как дела? Да, все хорошо, у вас как? Пойдет, да? Тоже нормально, пойдет, не жалуюсь. Да. Такой звук плохой, честно говоря. Там с телефона. Да, понятно. А что за телефон? Телефон. Какой? Модель? Какой? Модель. Xiaomi. Xiaomi. Не понял. Хорошо, возможно, какой-то вопрос будет у тебя.
Привет. Здравствуйте. Как дела? Нормально. Пошел идти. С Киева, а ты? Россия, Брянская область. Город какой? Брянск. Тоже Брянск. Брянск. Я понял. Что хотел спросить, узнать? Да ничего. Что вас интересует? Как вы думаете, будет в дальнейшем Украина существовать как государство или нет? Так она как существовала, так и существует, так и будет существовать, конечно. У вас какие-то есть предпосылки, предпосылки думать по-другому? Как вы думаете, поляки захотят отрезать? Не захотят, они приверженцы международного права. Я отвечаю вам, они приверженцы международного права. А как вы думаете, Германия все-таки заберет Калининградскую область? Или они с поляками как-то посередине сойдутся? Нет, как-то вы Калининградскую область... там, где Кенинсберг бывший. Кенинсберг бывший. Вы на мой вопрос ответьте. А я потом буду отвечать на ваш. Кенинсберг бывший. Калининградская область. Там, где у нас Кенинсберг бывший. Там, где рядышком Сувацкий коридор. Еще раз, пожалуйста. Может, интернет глюкнул, плохо было слышно. Подавись. Я вам хочу сказать, что Калининград всегда был с Россией. Серьезно? А в какой момент он был и назывался Кенинсберг? Какой это момент был? История? Когда-то назывался, да? Вы не ответили на мой вопрос. А, какой вопрос? Давайте. Будет ли существовать Украина? Калининград. Да. Подзавис. Калининград в скором времени что сделает? Перейдет в состав в другое государство. Котейкин, иди сюда. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Упал. Смотрите, какой у нас. Да. Котофей черный, да? Да. Котофей еще. Это буджа-буджа. Иди гуляй. Ой, они такие веселые. Добрый день. Здрасте. Говорите, что дальше. Добрый день, я сказал здрасте. Что хотели узнать, спросить? Насколько украинские войска отступили в тыл? Общее количество за 9, не за 9, там за 4 или за 5 месяцев вы взяли в районе 300 или 400 квадратных километров. Понятно. А насколько вы отступили, а теперь мой, а насколько вы отступили за последние, если суммарно брать, за 9-10 месяцев? Смотря везде. Нигде, не конкретно в точке, а вообще. Вообще, там сантиметров 5, это и то, кто-то из наших оступился. Боже, такие глупости. Угу. Сантиметров 5. С Киевской, Хмельницкой, Одесской, везде вы. Собаки пошли нахер с украинской земли. Так, немножко будем с ними. О, можно про Севастополь спросить. Кстати, хорошая мысль. Спросим про Севастополь. Здоровенький болей, батько. Привет. Как дела у вас? Регулярно. Регулярно. Охуенно? Регулярно. Регулярно? Охуенно. Конечно. Боже, а чего россияне постоянно матерятся? У вас других слов нет? Или у тебя ограниченный словарный запас? Нет, почему? Так а нахера? Зачем куча матов? Нет, я просто по-свойски хотел с вами... По-свойски это со своими знакомыми. О, замечательно.
Ну хорошо, да. Давайте будем без матов. Давайте. Прекрасно, прекрасно. Что ты хотел спросить, узнать? О чем вы разговариваете в чат-рулетке? Зачем сидите здесь? Какую цель преследуете? Показываю сущность россиян. Так, сущность россиян. И да. В чем выражается сущность россиян? Я с ними беседую на разные темы. Потом это видео выкладываю в интернет. Да. То есть вы сейчас тоже попадете туда же. О какой теме мы можем с вами поговорить? Давайте. Война между Украиной и Россией. Война между Украиной и Россией? Конечно. Конечно. Слишком банально. Серьезно? То есть к нам летят ракеты, у нас гибнут мирные люди. С 14 года война, с 22 горячая фаза. И это банально. Нет, это не банально. А в Россию не летят ракеты, не гибнут мирные люди? Нет. А где у вас... На России гибнут... На какой части на России у вас гибнут люди? Мне же интересно стало. Знаете, что я вам скажу? На какой территории России гибнут люди? Расскажите мне, пожалуйста. Это Россия сама долбит свои территории. Белгород, ну, исторические, ну, которые были. Белгород долбит сама ракетами. Ну, Россия себя сама долбит специально. Чтобы зачем? Обвинить Украину. Зачем? Ну, чтобы обвинить Украину. А, то есть она долбит сама себя, чтобы обвинить Украину? Да. А зачем? А зачем обвинить Украину чтобы в этом? Обвинить Украину. Я понял. Зачем геноцид ее обвинять? Народа. Геноцид народа? Да. Прикольно. Смешно звучит, но такое дело. Мы себя сами долбим, чтобы... Вас да я услышал это. Я не понимаю смысла, зачем вы сами себя долбите. Ну, как бы, может, вас получаете от этого удовольствие? Ну, конечно, оргазм. А зачем? Вы же убиваете своих мирных... Своих мирных людей. Зачем вы это делаете? По Киеву пизданите и... Не говори глупости, мы же договорились без мата. Или ты не сдержан? А, хорошо. Замечательно. Я извиняюсь, прошу прощения, да. Так объясни мне принципиально, зачем вы это делаете? Вы испытаете такое... Еще раз я тебя спрашиваю, принципиально, зачем вы это делаете, если при этом гибнут мирные люди? Если бы я был представителем Министерства обороны, я бы вам ответил. Тихие вы убогие. Но, капец. А так как я гражданский. Ну ты да, человек, ты простой человек, которого ничего не зависит. Смыслю, ты на вы. Ну, ответить, а в чем ты смыслишь? В чем ты смыслишь? Только фуру водить. И все. В охоте я смыслю, в своей профессии я смыслю, потом в чем еще. Хорошо, объясни мне, зачем тогда Россия зашла в Украину? В семейном бытовых отношениях я смыслю. Зачем Россия зашла в Украину? С какой. Зачем? Смысл какой был заходить? С 22-го года. А ни хера. Еще раз. Вы какого года рождения? Я информацию в интернете не даю. Но я понимаю так, что вам лет под 50. Вы застали СССР. Да? Я так понимаю, правильно? К чему это? Ну, я просто вам задал вопрос. Жил ли я при совке? Да, когда был Советский Союз, я жил. И чё? Ну, что это поменяло? Вы постоянно проживали на территории Украины? С какой целью интересуешься? Ну, просто я вас спрашиваю. Нет, просто не бывает. Зачем? К чему этот вопрос?
Я не понимаю вашей скрытности. Зачем? Да тебе понимать не надо. Вы не можете ответить. Тебе понимать не надо. Вопрос. Жил ли я при Советском Союзе? Да, жил. И чё? Родился в Советском Союзе. И сдохнешь в Советском Союзе, честно говоря. Судя по твоей ментальности, ты сдохнешь в Советском Союзе. Ну, как бы, есть как есть. Нет, я родился в Советском Союзе. И чё? Дальше потом, вы знаете, возникла Российская Федерация. После развала Советского Союза. До сих пор проживаю на территории. В смысле, за границей я не проживал. Боже, как нудно. Вот я вот так. Боже, как нудно. К чему то, что я жил в Советском Союзе? А зачем? В вашем государстве долбили Украину... 8 лет бомбили Донбасс. Думаю, ну когда же начнет говорить? Террористическая операция... Нехуй вам туда было приходить. Понимаешь, не было ваших бы долбоебов, там все было бы хорошо. Все было бы замечательно. Если бы вас, долбоебов, там не было... А, украинцев вообще? Если бы там не было украинцев, вы туда бы не пришли, я правильно понимаю? Нет. Так, Донбасс это Украина? Вопрос. Донбасс 2000 восточных украинцев? А есть такие, да? Да. О, я думал, украинцы везде украинцы. Вне зависимости, на какой части Украины они живут. На западной части Украины они живут. На восточной части Украины они живут. А кто, блядь, маты! Еще раз предупреждаю. Еще раз. Мат, я тебя вырубаю. С Бандерой. Бандера? А когда умер Бандера, напомни мне. О, блядь, тупорылое животное. Вот оно прорвалось, концепня, да? Прорвало тебя. Прям хорошо. Загорелось животное заднеприводное. Сидит в фуре. Себе геморрой зарабатывает. В лучшем случае, чтобы вы понимали, у этого животного зарплата, ну там полтинник 60. Оно герой. Фурия это конченая там зарабатывает. Боже, животное. Слушай, с тобой неинтересно, потому что ты в своем сраном Хабаровском крае, как жило в своей сраной вонючей фуре, так и будешь жить. И сдохнешь ты там, и дети твои также будут ходить и проклинать всех тех, кто вокруг. Но никогда вы не догадаетесь о том, что в вашем, скажем так, в ваших несчастьях виновата по большой мере вот эта тварь, которая сейчас вами управляет. И также и вы, которые тупорылые, не можете понять, что при столь богатых ресурсах вашей страны вы живете как бомжи. По факту, как бомжи, телевизоры не выпускаете, магнитофоны не выпускаете, мобилки не выпускаете. Вы, тупорылые, ни хера не выпускаете. Поэтому, животное, вот так, даже нету смысла с ним разговаривать дальше. Бам, полетел и далее. Здорово. Не, я с водителями не говорю пока. Нихера говорить с водителями. Ударится где-то, еще сдохнет. Кому он надо? В прямом эфире, чтобы оно в столб влетело. Хотя было бы прикольно, наверное, на самом-то деле. Привет. Как дела? Замечательно. Спрашивайте. Счастливое такое лицо, прям непонятно чего. Мне же интересно стало. С прошлого собеседника улыбает просто поэтому. Я понял. А о чем с ним говорили? Угорали. Я смотрел на общество поместное и просто улыбался, честно. Ну, так а что там было, общество? В чем оно? Что там было? Ну, смешно было. Но они анекдоты рассказывали, они глупо себя вели. Что они делали? Глупо вели, глупо говорили и пытались на украинском мове что-то говорить. Ну, прям с явным акцентом русского языка. Понимаете?
есть явно. Ну, значит, они не из России. А ты свободно владеешь украинским языком, и если с тобой разговаривать, ты поймешь, что есть акцент. А, конечно, да. Ага. Я жил на Украине, я знаю, что такое. Ага. Ну, мы можем проэкспериментировать. Ты будешь говорить на украинском языке, хорошо. И я. Почему? Что, почему? На украинском я скажу то, что услышно или нет. Нет, так неинтересно. Ты же сказал, что ты жил в Украине, поэтому ты как бы понимаешь, наверное, и разговариваешь. Да. Я около 10 лет жил на Украине. Ну, я так а что тебе трудно перейти на украинский язык, чтобы я понял, насколько ты хорошо им владеешь? А я в свою очередь тоже перейду. Но у меня уже около 20 лет я не использую украинский язык. То есть ты переехал на Россию, когда тебе было лет 10? В Россию. На Россию. В Россию. Не. 100% на. А тогда по правилам. Давайте по посмеемся вместе. Да? Давай. Россия. Ага. А по отношению к моей стране как нужно говорить? На Украину приехал. В Украину. Потому что не на, а в. Потому что даже во времена Черномырдина при подписании его услышьте меня на секунду. На секундочку, тебя не учит никто русскому языку. Услышь меня на секундочку. Почему? Услышь меня. Даже при назначении Черномырдина послом писали в документах и написано, что назначен послом в Украину, не на Украину, а в. Как ты думаешь, почему? Может, они не знали правила русского языка? Вот, то есть ты, живущий в Мухосранске, знаешь, а люди не знают. Я живу в величайшем городе Европы. Серьезно? В самом красивом. Каком? Да, там. Давай. Давай. Расскажи мне, что это за город? Вообще город мира. Да, замечательно. Название этого города. Признанный. Название этого города. Найди в интернете. Название этого города. Улыбчивый. Я тебе сказал то, что... Ты мне сказал, что ты сейчас находишься на России, поэтому мне интересно, где на России является город в Европе. Прямо интересно. Институт Виноградова. Открываешь ваш институт. Да мне насрать. До Урала находится в Европе. Европе. Города. Замечательно. Это самый лучший город. Это твой Мухосранск, в котором ты сейчас находишься. Да. Вот. Замечательно. Хорошо, прекрасно. Какой у тебя будет еще вопрос ко мне? Интересно. Может, какая-то еще тема будет для обсуждения. Я услышал, что ни одного. Мне интересно, какой-либо ты задашь. Мне было бы интересно. Тебе, вам, честно. Ой, я тебя прошу, это такая субъективность. На ты, на вы. А возраст это просто кто-то родился чуть-чуть раньше, а кто-то родился чуть позже. Ну это вообще не важно. На 100 лет, да. Ну такой, да. Ну. 100 годами раньше, 100 годами. Есть позже, да. Вопрос какой-либо? Помню. Замечательно. С тобой я сделаю шортики. И будет прикольно, будет вы. С тобой, шортики с тобой. Я так вот чук-чук-чук-чук. И музычку такую наложу. Лысого на России улыбчивого. Давай. Здравствуйте. Добрый день. Как ваши дела? Нормально. Замечательно. Хотите что-то спросить, узнать? Нет. Ответить могу, а спрашивать нечего. В районе Севастопольской бухты упал самолет. Как вы думаете, какая причина его падения? Там пилот катапультировался, вроде Развожаев сказал, что он живой остался. Ну как, сбили, наверное. А кто? Ну я откуда знаю. Угу. А на какую тему вы сильны, чтобы было бы понятно, о чем спросить? На
на любую, в принципе, если я не понимаю. Вы тему задавайте, а я... Ну, так я вот только что вам задал, а вы говорите, я не знаю. Я же не эксперт. Упал самолет. Вы знаете причину падения самолета? Но ваше Министерство обороны сказало, поэтому... Вы знаете? Ваше Министерство обороны сказало причину, по которой упал самолет. Я думал, знаете ли вы, спросил у вас. Ну, вы не знаете. Не когда это оно сказало? Вчера еще? Friendly fire, так называемый. Но это было сегодня или это было вчера? Сегодня было. Ну, я сегодня еще не смотрел. Я понял. Ну, судя по тому, как он, где он упал, там в районе... Ну, какой-то там бухты какой-то, Севастопольской, или какой он так... Ну, я видел, вниз, вниз, смотрели, вниз, да. Свои сбить не могли, по причине, не могли, наверное, да. Той, что свой, чужой, это же есть. Ну, теоретически, да, практически оказалось, что нет. Так что, признали, что сами сбили? Допустили такую вероятность, назовем это так. Ну, все может быть в этом мире бушующем. Я так думаю, что если бы сбила Украина, там было бы немножко другое заявление было бы от Министерства обороны России. И от Украины было бы же. Не, от Украины она в маленькой сводке говорит количество того, чего происходит. А самолет для Украины это так. Причем здесь это так? Нет, причем здесь это так или не так? Да гудели бы уже все, как еще. Боже, из-за какого-то сушки гудела бы Украина. А, мы сбили сушку. Конечно. Как вы думаете, какое количество летательных, назовем это так, суден Украина сбила с начала полномасштабного вторжения? Вы знаете, все данные, которые... Засекречены. Нет, которые легкому, как говорится, в открытом доступе. Так. Я им не верю. А, я понял. Хорошо, тогда другой вопрос. Как вы думаете, какое количество... Как российских солдат, которые зашли в Украину, и какое количество украинских солдат погибло, начиная с 23 февраля? Это то же самое. Тоже мы не знаем. Ну, предположительно. Зачем предполагать? Ага. Смысл? Вот вы вот это ковыряетесь в этом. Вам это мы не ковыряемся, мы хотим понять. Нет, вы лично вот сейчас да. ковыряетесь. Да. Вам это доставляет какое-то удовольствие? Конечно, знать, что какое количество оккупантов никогда... Вы хотите узнать, от кого это? Не от кого это. Я интересуюсь, знают ли люди приблизительное количество своих соплеменников, которые любую умерли в Украине. А? Любую цифру называйте, она будет приблизительной. Неинтересно. Боже, думал, будет интересно разговор. Человек, который не употребляет ну, да, ненормативную... Вы же интеллектуал. Вы же нет, поехали, далеко так, не интеллектуал. Сидите в своем Львове и думаете, что вы... Все Львов будет. Все-таки, да? То есть вы в Ижевске считаете, что я во Львове? Считаете, что я в Ижевске. А вы считаете, что я во Львове? Ну, я считаю, ну так и остановимся на этом. Ну, по крайней мере, с Украины же. 100%. Ну, нет. Будьте здоровы. И вам также не желаем счастья. С этим я когда-то разговаривал, оно даже не может адекватно продолжить разговор. Пожалуйста, я буду рад, если вы будете что-то писать в чате на канале, в каком направлении, в правильном, неправильном мы движемся. Возможно, вы хотите, чтобы я задал этим убогим какой-то вопрос. Я буду... О, Фаина. Привет. О, нарешті наша файна Фаина написала. Це дуже добре. Дякую, що приєдналася. В мене було стільки роботи, що я не міг даже кудись вилізти в прямий ефір. Дуже дякую, що ви приєдналися. Дуже дякую. Ну що, полетіло. Якщо буде якесь питаннячко, будь ласочка, пишіть. Я його чи зачитаю, те, що ви пишете, чи задам цим лаптіногим. Ну, тут задам. Так, а що у нас по новинам? Аж теж цікаво. Здравствуйте. О чем рулетки разговаривать? Про разное. Вы хотите что-то как бы конкретизировать какой-либо вопрос со мной? Ну, возможно, вы хотите что-то узнать там. Или спросить что-то. Я из Москвы, гости, вы откуда? Я из Киева. Да.
как дела в Киеве обстоят? Нормально, нормально обстоят. Время от времени воздушная сирена, время от времени ваши ракеты летят в мой город. Время от времени эти ракеты куда-либо попадают и убивают мирных жителей. А у вас как в Московской области? Прилет... Какая ракета попала и убила мирных жителей? Скажите, пожалуйста. Ага. Скажем так, крайний прилет, который был в Киев и убил людей, да? Число. Я так не помню, потому что воздушная сирена практически каждый день. Последний прилет по Киеву ракеты из Российской Федерации. Чуть меньше недели назад. Да, чуть меньше недели назад было, да. Которое долетело что-то. Что за ракета? Я не сильно, знаете, эксперт по тому говну, которое вы кидаете по моему городу. Ну, может быть, вашим. Ваша система ПВО. Угу. Так. Уклоняясь, как говорится, не сбивая ракеты. Ага, а ракета летит дальше. А куда тогда ракета летит? Понимаете, можно камера не трусить, она трусится, и ваше изображение очень, ну, вот такое получается. Да, пожалуйста. Ракеты стоят денег. Однозначно. Нецелесообразно убивать мирных жителей с помощью ракет. А целесообразно куда ею стрелять? По военным объектам, по объектам инфраструктуры. То есть по объектам военным, понимаю, а инфраструктуры зачем стрелять? Вот когда вы сейчас обстреливаете ГЭС, то есть лишая людей электроэнергии, гражданских людей, или стреляя по Харькову, Херсону. Крым отрезали от электроэнергии. Ага. Думали. Ага. Так, а кто должен обеспечивать оккупированную территорию по законам войны? Ну-ка, расскажите мне, в период войны кто обеспечивает оккупированную территорию? Ну, потому что это как бы догмат. Зашли ваши войска. Это догмат, дорогой мой. Это догмат. Потому что ваши войска зашли. Ваши... Что не проводится, что? Серьезно? А когда последний раз был на России референдум? Можно узнать? Последний раз, когда был на России референдум? Ну, в Российской Федерации, когда был последний референдум? Ну, когда изменялась Конституция. А, хотите ли вы изменить Конституцию? Вам о изменении... А что поменяли в Конституции? А давайте президент будет вечным. Хотите вы? Или насколько вы сильно хотите? Это изменение Конституции? Чтобы царь стал вечным? Первое. Давайте. Мы могли проголосовать за... Могли. Серьезно? Проголосовать. А у вас могли проголосовать. А что делать? Слушайте, а что делают с людьми, которые голосуют против вас? Вы даже из страны выехать не можете, понимаете? У вас... А какое количество у вас выехало со страны? У вас... Какое количество россиян выехало со страны у вас, а? А какая разница? Большая разница, конечно, большая. Разница-то большая. У вас какое количество людей убежало, чтобы не быть призванным освобождать не свои территории? Давайте. Ну, приблизительно, знаете, нет? Ну, цифры разнятся. Кто-то говорит 800 тысяч, кто-то говорит 1,5 миллиона. То есть от 800 до 1,5 миллионов человек убежало из России, потому что она начала войну. Но при этом вы дико недовольны тем, что у нас закрыты границы. Частично, да. Я говорю, но при этом вы очень дико расстраиваетесь или не расстраиваетесь от того, что... Знаете, я третий раз пытаюсь сказать, вы третий раз меня перебиваете. Это нонсенс. Я говорю, но при этом вы ставите в укор, что у нас закрыты границы. Да? Вам, вот теперь мне интересно, я задаю вопрос. А вам что от того, что происходит в моей стране?
Закрытый, вы, да. Экзистенциальная угроза для нас. Маленькая Украина угрожает большой России. Нет. Мне вот тут один товарищ приводил, как говорится, ну, из Украины, приводил, как говорится, пример. Если жена ушла к другому, то не надо, как говорится, брать и, как говорится, избивать жену. Так вот. Надо ударить того, кому она ушла, правильно? Да. А, так на НАТО, нападайте на НАТО, в чем проблема? Америка ж там рядом. Вот вы все время, как говорится, как вы говорите, ставите в укор, что я вас перебиваю, а сами меня перебиваете. Да, окей, слушаю вас. Так вот, ситуация немножко другая. Муж новый, ушедшей жены, пришел и сказал: слышь ты, жена твоя, плевать, что я ее, как говорится, с ней сплю. Ты ее должен содержать. Это же дебильное сравнение от дебильного россиянина. Меня должен содержать. Боже, дебильное сравнение от дебильного россиянина. Вы пытаетесь рассказать мне о том... За вами стоит Запад, который... Конечно, конечно. На ресурсы Российской Федерации. Боже, да нахера кому-то твои сраные ресурсы? Господи, вы их и так бесплатно отдаете. Вы их и так бесплатно отдаете за вот такие деньги. Вы и так бесплатно все делаете. Нефть ваша, от которой уже даже Индия отказалась. И вы при этом думаете, что вы великая страна. Боже, что великого вы сделали в своей стране? Скажите, пожалуйста. Много чего. Ну, приведите какой-либо пример. Из какой области? Машиностроение. Машиностроение. У нас одни из лучших танков в мире. Машиностроение это авто... Танки лучше? Ваш танк какой? Название скажите мне, пожалуйста. Т-90? Т-90, Армата. А Армата в каком количестве выпущена? Небольшом, но она выпущена. У вас в каком количестве выпущена? Ну, небольшом, это сколько? Приблизительно. Не знаете. 5 штук выпущено на всю Россию. Выпущено 5 танков, которые заглохли на Красной площади. И в то же время наши машиностроительные заводы в состоянии выпускать танков, так, вооружения и боеприпасов гораздо больше, чем весь ваш хваленый Запад вместе. А, ну конечно же, конечно же. А чего вы тогда дальше продвинуться никуда не можете по факту? По какому факту? Ну, по прямому факту. То есть захватить деревеньку 30 квадратных километров. Да, конечно. Конечно. Не, давайте приведите мне пример сначала, куда вы там продвигаетесь. Ну, название этих деревень, которые вы взяли за последние, ну, хотя бы 5 месяцев. А потом придем к автомобильному строению. Ну, а какие города вы захватили? Прыгаете из угла в угол куда-то. Из угла в угол прыгает россиянин, которому нечего сказать. Вы сказали про танки и про количество боевой техники. Я вам говорю, с помощью этих танков и боевой техники, куда вы продвинулись? С нами воюют 54 страны. Ни одна из этих стран не воюет с вами. Ни одна... Вашими руками. Вы встали на их сторону. Угу. Вы предали своих родственников. Которые... Серьезно? То есть ты мне хочешь сказать, что 23 февраля, когда вы начали бомбить наши города и убивать мирных жителей, это оказывается мы там за какие-то трусы. Так может надо было диалог с нами вести, а не бомбить наши города? Не заходить в города танками, расстреливая все. Серьезно? А когда именно вели? А начиная с 91 года.
Вы не в курсе вообще, с 91-го года с нами вели диалог о чем? До тех пор, пока у вас не пришел в 91-м году о чем с нами вели диалог? Так, еще раз, я тебе буду время от времени выключать звук, потому что ну нереально слушать дебилоида, который перебивает. В 91-м году о чем пыталась с нами говорить твое болото? Вот скажи мне, пожалуйста, о чем бы пытались с нами говорить? Нет, я не договорил. Давай, я слушаю. Договори. Что ты меня перебиваешь? Так вот, ага. С 91-го года, до того, как у вас пришел к власти шибанутый президент Ющенко, который сделал Бандеру, как говорится, героем, и сказал, что Россия виновата в Голодоморе и так далее. А кто виноват? В Голодоморе. Кто вам виноват? Вам поставляли ресурсы. Кто виноват в Голодоморе? Кто виноват в Голодоморе? Голодомор был на всей территории Советского Союза. Серьезно, а ну скажи-ка мне, пожалуйста, в Молдове в каких годах был Голодомор? А в Польше в каких годах? В Молдове, в каком? В тех же, в Польше в Молдове. Тогда год такой был. Год такой голодный был. Ай-яй-яй-яй-яй, вот какие же вы тупорылые, это капец. Что, посмотри, это ты тупорылый, сколько в Польше посмотри, погибло людей? Сколько в Польше от Голодомора погибло людей? Так вот вам несколько раз вас предупреждали. Значит, смотри, родной мой, я тебе скажу так, с твоего пиздобольного рта вылетает одно говно. Мне интересно, какое количество в Голодоморе погибло людей в Польше, например, хотя я не слышал, что в Польше был Голодомор. А сколько в Украине? Очень интересно. Полетели дальше. Привет. Украина, Киев. Я думаю, откуда может быть такой сладкий ухилял? Такой сладкий что? Ухилял. Так тебя что же еще, я смотрю, не мобилизировали. Сидишь такой весь с флагом на холодильнике. А у вас постоянно. Как сказал ваш Шойгу, в районе 30 тысяч. Каждый месяц. А что ж ты не пошел-то зачищать-то? А? Свою ту самую... Страну-то свою не пошел, а? Че не пошел? Ты ж на мове себе разговариваешь, ты же не знаешь украинскую мову, ты ж, блядь, ты щелка, блядь. Ты ж пидорас. Боже, вот это единственное, что ты можешь сказать сейчас? Я тебе сейчас задал вопрос. Да. Ты перебиваешь ты меня. Ты я свободно владею украинским языком. А ты какими языками? Ты решил мне сделать этот самый экзамен? Да, этот самый. Замечательно. Хорошо. Стоп. Вот отлично. Конченый россиянин. Послушай меня внимательно. И как только ты перейдешь на украинский язык, я теж вільно з тобою почну розмовляти на українській мові. До цього часу, поки ти не почнеш розмовляти зі мною українською мовою, я з тобою буду говорити на твоєм їбанутом кацапнячем діалекті. Давай, переходи. Животное. А, я жду, когда тебя мобилизируют. Давай, очень интересно. Серьезно, а как же Шойгу про его 30 тысяч ежемесячных мобилизированных? Шойгу ваш, животное, вот этот, оленевод ебаный. Что он сказал? 30 тысяч, блядь, идут. 30 тысяч контрактников. Да насрать, животное. Ты иди подписывай контракт. Ты чего не идешь? А? Ты, такой мамкин воин, сидящий в сарае, а? Животина, ты чё не идёшь? Не, послушай. Это ты будешь говорить своей жене. А мне сейчас ответь, почему ты, животина, не пойдёшь и такой гордый россиянин, блядь, который флажок себе на холодильник повесил, не идёшь подписывать контракт? Ведь твоя путянишна сказала, а ну-ка все вперёд. Потому что, в отличие от тебя, цикла... Ебаного. Так, и так, помните, давай. Ага. Я был у вас под Артемовском. Серьезно? Да. Приведи какой-либо доказательный пример. Пожалуйста. Жетончик, который ты нашел? Слушай, да, жетончик. А ты, а где ты нашел жетончик? Американский жетончик.
из-под Артемовска. Море из такой жетончик можно... Американец, блядь. А ты, тёлка, сука, сидишь дома в Киеве. Давай, блядь, давай. Сидишь от рулетки. Давай, Вологда. Пока твои пацаны... Давай, Вологда. Давай. А чё ты съебался и не идёшь дальше воевать? Или тебе ножки, ручки оторвало, долбоёбу? Нет, а? А, ты 300-й. О, давай, давай. Мне очень тёлка, хочется тебя увидеть. А ты тёлка, пидорас. Это любимое российское выражение, когда им нечего сказать. Жетон, уродец, ты, скорее всего, где-то, не знаю, наверное, купил у кого-то, чтобы рассказывать, какой ты герой. По факту, вокруг тебя я вижу безумно убогую обстановку. Ты животное, которое пытаешься что-либо рассказать. Кроме жетона, которого ты непонятно где нашел, что есть еще в доказательной твоей базе? Расскажи мне, пожалуйста. Это понятно. Все, все то, что ты говоришь, понятно. Да, 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 да. Что кроме жетона... А, все, да. Ну, как бы понимаете. Вот какой-то жетон на размытую камеру. Он такой показывает жетон и начинает рассказывать. Очень прикольно. Очень прикольно. Даже смешно. Вот тоже такое. А, вы не увидели. Привет, Хохлы. Привет, Кацап. Как аранжиста у вас? Лучше, чем у вас свиней. Да? 100%. Хохлы. Боже, ты выучил наконец-то новое слово? Боже, животное, это прекрасно. Ты выучил новое слово. Это хорошо. Конечно. Слушай, ты себе когда зубы наконец-то вставишь? А? Я говорю, зубы животные, когда ты себе пойдешь вставлять? У меня что ли? Есть. Заднеприводный. Заднеприводный ослоеб. Я тебе говорю, когда пойдешь наконец-то вставлять зубы, которые тебе писюном выбили? Да. Ну? Знаешь что? И что? Вставай с бутылки, вынимай хуй со рта и начинай глаголить. Ты, блядь, ты как... Ты как, бля, я, а мы, ооо! Сосихую татара. О, то, что ты умеешь делать, я понял, так. Вся твоя семья это делает, я понял. Что еще вы умеете делать? Да хуя, что делаю? Ну, кроме того, что сосете, что еще умеете делать? Сосать? Это вы сосете. Все, что умеешь, это два слова, которые ты можешь произнести своим беззубым ртом, правильно? То есть смотри, смотри, ты умеешь, услышь меня, услышь меня, ты умеешь что делать? Ты выучил новое слово. Не, смотри, я тебе звучок-то выключу. Ты, значит, выучил новое слово, которое звучит как хохол, потом ты научился сосать, а что ты, старый дебил, еще умеешь? Старый? Ты нагнись нахуй, как я тебе покажу. Вот то есть у тебя встает на мужиков? Ты голубой? Да, да. Я понял, ты голубец. Ну, блин, я с голубыми не сильно разговариваю. Ты мужиков пердолишь, да? Нормально, давай покалякаем хоть по-нормальному. Давай. Интересно, про что говорить с голубым? Ну, такое дело, давай попробуем. Какой голубой? Ну, ты же сказал, что ты мужиков пердолишь. А перед этим ты сказал, что ты писюны сосешь. Вот поэтому я и говорю. Ёбнулся, что ли, как? Я не такой. Не такой? А какой ты? Нормальный мужик. Так почему зубы-то не сделал до сих пор? Времени не было. Серьезно? Тебе сколько лет? А сколько дашь? Люди столько не живут. Столько не живут? На России столько не живут. А тебе сколько? Больше, чем тебе, наверное. Ну вот сколько, скажи, я скажу. Я личную информацию в интернете не даю. 57 лет. Серьезно? Тебе 57? Я тебя старше. Прикинь. Намного. Не, 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 на 2 года. Уважаю. На 2 года. Намного? На 2 года, я же тебе сказал, ты еще и глухой. Ага, понятно. Так, а как ты в 57... Не было времени у тебя сделать зубы. Ну, то жену, то все это. Что то жену, то все. Это что означает? То жену, то все.
То есть от жены переходил к мужикам, от мужиков... Времени не было. А у тебя тоже зубов нету, смотрю, как впереди. Серьезно? Че, туда палец, что ли, сую? Видишь, смотри, все зубы. От прикинь. Поросенка, что ли, поставил? Какая шутка! Вот это да! Я еще от того, что ты хуи сосал, не отошел, а ты уже про поросенка-то. Но юморной мужик-то. Да, тупорылый, боже такой мой, возраст большой, а ума не нажил. А ты, у тебя есть ума? А у тебя есть ума? Ты на каком-то языке говоришь? Эй, Аллах, зачем дала, когда козам было? То есть ты полный дебил? Ты понял? А? Слушай, ты таблетки по утрам не путаешь? Там же две таблетки есть у тебя. Чтобы не срать по носам постоянно и от головы. Ты их не путай, они разного цвета. А, все-таки путаешь таблетки. Это беда. Слушай, там какое-то заднеприводное животное, я смотрю, голос подало. Ага, у меня вон котик как, блядь, спит. Ага. Боже, кошка одна. Страна убогих идиотов. Ладно, возможно, у тебя будет какой-то вопрос ко мне. Да я услышал. У тебя какой-то вопрос, возможно, ко мне будет. Ну, захотел, возможно... Нет, чем занимаешься? Работаю время от времени. Время от времени работаю. А где? Сельскохозяйственное удобрение. Удобрение, да? Да, ну чтобы когда ваши приходят, чтобы они перегнивали лучше. А тут это валяются по полям. Такой бздом. Знаешь что? Как жуки-то, блядь, уничтожают. Этот, как тебе сказать, не жуки. Вспоминай, вспоминай, давай. Этот, растение. Растение. Какое? Хмель. Хмель. Очень плохое. Да. Оно когда разрастается, очень... Я замучил тебя с этим. Ничего страшного. Ничего, жуй его. Ничего, это дому летит, как я замучил. Жуй его, жуй. Она нахрен не нужна мне. Ну, может, зубы вылезут. А, зубы? Да. Меня и так нахуй грызу, блядь. Не, что ты можешь грызть? Ты максимум пиво можешь ими открыть. Ну, как уничтожать, вот, скажи мне. Никак. Чем клево? У тебя никак. Оно должно зарасти твою хату полностью, квартиру вообще полностью, дом полностью. Еще туда осы должны завести со шмелями. Тогда вообще идеально будет. А осы нахуй не надо, как я сам пчеловод. Я понял. Какие-то вопросы еще у тебя будут ко мне? А тебя как зовут так, кстати? Нет, как тебя зовут? Как тебя зовут? Ну, имя меня твое. Говорит. Меня Гавриил зовут. Как тебя зовут? Вот. Андрей. Все, я понял. Мне же надо как-то подписать ролик. Я ж тебя в интернет выкладывать буду. И мне просто знать, как тебя вот подписать. Ты мне скажи, как найдешь, если что это, да? Вот. Как уничтожать вот эти кми? Сри под корни. Они вот... Сри под корни. Срать? Да. У тебя же говно ядовитое. Но прежде чем срать, ты должно, смотри, взять тарелочку. И попробовать, чтобы, ну, вкус был нормальный. И тогда под растенюшку клади. Вкус нормальный, чтобы был? Ну да. Но ты сотни. Того дураку молодому скажи, чтобы не вмешивался в разговор, когда говорят два взрослых человека. Ага. Ясно, давай. Как у вас погода-то? Лучше, чем у вас. Нет, у нас, блядь, туманы как идет. В районе 20 градусов тепла у нас. Подожди. У нас хорошо. Бомбежка хуярит у вас, да? Вот можно на секундочку? Только очень серьезно я к тебе отношусь. Услышь мой вопрос, только действительно серьезно. Серьезно. Молодой парень, который там возле тебя в твоей комнате, только слушайся, ржет, смеется от того, что говорит, что у нас бомбежка. То есть в момент бомбежки могут погибнуть взрослые, дети. А он смеется от этого. Знаешь что? Я скажу, детей жалко мне. Так объясни этому дебилу, что война это всегда плохо. Да.
чтобы оно, это животное молодое, не смеялось от того, что в этот момент кто-то может погибнуть. Кому-то может руки, ноги оторвать. И он будет калекой на всю жизнь. А оно ржет, потому что головы у него нет. Оно тупорылое, молодое, говно. Учи, да, учи, видишь. Он говорит, отключай его, этого долбоеба. А само не понимает, что к тебе в Воронежскую область, к этому молодому дебилу, скоро тоже начнет прилетать. И этого конченого заберут, мобилизируют. И придет оно без ручек, без ножек. Да тебя не возьмут, не-не-не, тебя не возьмут. Никак не возьму. Ну ты старый уже. Ты отсосал бы у хохлов. Это вот это да. Сел бы на бутылку, еще раз, услышь меня, ты бы сел бы на бутылку и на концерте Кобзона подпевал бы Кобзону, да. Максимум, что ты можешь сделать, это поехать, кстати, можешь, да, возьми этого молодого дурака, и вы можете вместе поехать на крейсер Москва. Там такие нужны. Ты знаешь, где крейсер Москва находится? Давай. Боже, какое же тупорылое беззубое животное. Давай. Это беда. Ну, есть как есть. Так. Давайте. Если вы не против, пожалуйста, поставьте плюс или минус. Еще одного и сделаем перерыв. И немножко позже еще выйдем. Пожалуйста, поставьте плюсик. Если вы согласны сделать перерыв или минус, и тогда мы продолжаем дальше. Пожалуйста. Ты как футболка дергается. Прикольно. Здорово. Тебе у нас ремонты делают, да? Привет. Не, почему ремонт? А это уже в готовой квартире? Да, обыденно. А что в этом самом... Это не квартира, это изба в лесу. Серьезно? Прям изба в лесу? А выйди, покажи, что возле дома находится. Покажу, блядь. Ну, на секунду просто покажи и все. Чтоб я понял, что ты в деревне, а не в городе. Блядь, как тебе показать? Ну, вот так. Выйди с телефоном на улицу, я увижу кусок, и ты обратно заходи. Это вот построение у нас на рыбалку, все люди вот здесь настроили. А, деревня. А как деревня называется? Сирью. Ага. Ну, дома плюс-минус капитальные, значит, это явно не охотничьи домики. Почему капитальные? А у нас там хоть что завози, да, стройка. Да, понятно, замнаил и веток, я понял. Я понял, хорошо. Какие есть ко мне вопросы? Что хотели узнать, спросить? Что хотели узнать, спросить? Да ничего, просто так, как и ты общаешься. Мы ни о плохом ничего не хотим разговаривать. Я понял. Будут какие-то вопросы ко мне? У нас речка, все, лес, все родное. Мы за ним... Так, Фаина, я правильно понимаю, вы хочете, чтобы мы и, ну, далі трошки продовжували, да, цей стрім, але він буде довгий, я так розумію. Ми вже годинку вже сидимо. Ну, давайте хай так. Трошки посидимо. У тебя зображення перевернуто, ти в курсі? О, так, так, да, так. Так хорошо тебя видно. Ну, прикольно. Непонятно нафига, но такое. Скажем, вот.
просто немножко ближе к вечеру будет более веселые люди. Їх можна подивитись, про щось порозмовляти. Можна зробити перерив і трошки там 10-20 хвилин і знову вийти. Чи можна трошки посидіти. Ну, таке діло. Нормально. Привіт. Привіт. Як діла? Нормально. А, нормально, да? Замечательно. Про що говорите? Що обсуждаєте? Недавно с кем? Виталий Александрович Дробицкого. Я его не знаю такого. Понятно. Так а что обсуждали с ним? Историю. Историю. Какой период? Какой страны? Европа с 11 по 17 лет. Вы, ну как бы, силен в истории человек, да? Ну, профессиональный историк. Классно. Я понял, ко мне какой-то вопрос будет. Ну, я не знаю, это какие у вас темы разговора. Почему город-герой... почему Брестская крепость? Это, ну, типа, героическое место, а город-герой Брест не герой. Почему немцы взяли, а потом отдали? Отвечать? Да. Не бедом, не трудно. Потому что город Брест был оккупирован Советским Союзом совсем незадолго до... Слушайте, а правда, что в 41-м году или в 40-м, я не помню, в мае, если не ошибаюсь, немцы были на Красной площади на параде? Ничего не слышали. Я слышал про парад в Бресте, слышал, да. Там не было парада. Там было совместное прохождение военной техники. Как такового парада не было. Совместно, да, они провели. А вот сейчас я где-то прям видел, вы понимаете, что самое интересное? Он, наверное, в Ютубе надо задать вопрос. Там же видео... А, не, можно даже не в Ютубе, а в этом. Не, ни в коем случае не вам. Это больше как себе. Сейчас, одну секундочку. Хорошо. Я потом посмотрю, да. Задавайте вопрос. Вам, да? Да, ну я потом посмотрю. Еще раз, пожалуйста. По какой теме? Да, ну, практически на любую, наверное. На любую? Ну, попробуем, да. Популяционная гимнастика устраивает? Еще раз, какая? Популяционная генетика. Популяционная генетика? Популяционная генетика. Вы думаете, я буду понимать, как развивались и в каком направлении двигались виды? На любую тему. Ну хорошо, давайте проэкспериментируем. Мне будет интересно. Задавайте на эту тему вопрос. Я потом на него попытаюсь ответить, а вы скажете, насколько правильно я на него ответил. Давайте. Эта тема вообще нулевая для меня, но мне будет интересно. Давайте. Нет, слушай, если эта тема нулевая... Пожалуйста. То... Мне интересно ваш вердикт. Мне будет интересно ваш вердикт. Давайте. Я не буду вредить. О, так неинтересно. Нет, так не интересно. Мне интересно для меня. Серьезно, давайте. Мне интересно для меня. Насколько... Популяционная генетика – это направление в генетике современной, которое изучает отдельные популяции. Не этносы, допустим, даже не какие-то там... Я же попросил вас. Я понимаю, что... Я, ну, как бы, понимаю, о чем она, это, скажем так, наука. Вы мне задайте вопрос, а я постараюсь на него ответить. Мне вот этот было интересно. У меня нет вопроса. Ну, вы же сказали... Ну, хорошо, на другой вопрос какой-то будет у вас? Мне интересно, но мне это интересно задавать тому, кто хотя бы понимает, что это такое. Ну, а какой смысл? Логично. Какой-то другой, на другую тему у вас будет вопрос ко мне? Еще раз, задайте вопрос на ту тему, на которую вам было бы интересно общаться. Я на него отвечу, насколько у меня хватит знаний. Хватит,
только не знаю, вот, на какие темы вообще. Смотрите, давайте я вам дам подсказку. Давайте я дам подсказку. Да. Из того, что вы видите, человек уже давно не мальчик. Первое. Второе. Я дословно помню все книжки, которые я читал в своей жизни. Дословно. То есть я, например, беру книгу, да, вот последняя книга. Да, вот это метафизика, политика, поэтика, рит... пожалуйста. Значит, напис... Да. Большие книги. Аристотель. Аристотель. Метафизика, поэтика. Что там у нас? Политика, поэтика, риторика. Вот. Название. При чем здесь название? Так я, когда открываю книжку, я вспоминаю, про что эта книжка, и могу рассказать. Поэтому я вас и прошу, задайте вопрос. Все, нет вопросов, до свидания. Я думаю, будет интересно. Мне просто действительно интересно, чтобы он задал, и я ответил на какой-то вопрос. Ну, блин, интересно, реально интересно. Гитлер. Да, Россия. Мосстрой, это ты? Мосстрой? Мосстрой. Я не знаю, что это такое. Это ты. Заднеприводный. Еще раз можешь сказать правильно? Дай миллион рублей. А куда ты их потратишь? На своего любовника? Своего любовника? Да. Не поможет. Давай, да не поможет. Ну, что такое лям? А, это девушка. Девушка. Ой, это хорошо. Это уже порадовало. Это уже порадовало. Я думаю, ну не приведи Господь, с твоими генетикой, ты еще и заднеприводный. Не, все слава Богу. Это вообще грех был бы. Кто был? Грех. Греф? Ты думаешь, Греф так говорил? Да, я понял. Возможно, что-то хочешь спросить, узнать. А ты куда? Вот смотри, такая гипотетическая ситуация. К тебе перепадает лям. Что ты с ним будешь делать? Смотри, квартиру не купишь. Нормальная квартира будет стоить от 5 и больше лямов. Ну, человеческая. А не тот сарай. А не сарай. Что будешь делать с лямом? Криптовалюта. Девушка, вот это слово, которое вы выучили, не говорите больше никому. Вот ты мне деньги дашь? Нет, потому что ты мне не можешь объяснить, принцип блокчейна. Ну, я бизнес открою. Хорошо, что такое блокчейн и как он работает? Блять, чел, я в одиннадцатом классе. Учись. Тогда учись. Тогда учись. Ну, чтобы понимать. Чтобы понимать. Так, хорошо. Так, автосервис. Лучшее СТО. Подключим вас немножко позже. Дорогие мои, не забываем подписываться, ставить плюсики под видео, если вам понравилось. Также, если вы хотите поддержать канал, все ссылочки в описании. Также, вот, пожалуйста, у нас есть QR-кодик. Вы можете зайти и на баночку задонатить. Здрасте. Про разное. Спрашивайте. Я просто тут, ну, ищу вашего блогера украинского, усатого такой. Какого? Ну, вот такой. Ну, как его зовут? Я не знаю. Не знаете. Я понял. А что хотели у него спросить? Ты хотел с ним поговорить. На какую тему?
Вас интересуют какие-то гейские движения, я смотрю? Нет, гейские не интересуют. Но вы его назвали так. Значит, вас интересуют все голубые движения. Он есть и будет для меня, ну, человеком нехорошим. Так, а что хотели вы у него спросить? Ну, вот я его встречу. Вот, видите, вот, вот вас встретил. Так спросите что-то у меня, я вам отвечу. Что вы у него хотели спросить? То же самое спросите у меня. Конечно. Конечно. Страшно? Страшно. Вас спросить? Ну. За себя? Могу и за тебя. Так какой вопрос будет? Животное, какой вопрос у тебя будет? А ты почему меня животным назвал? А почему ты сказал, что я ебанулся? Нет, я... Ты про слово ебанулся знаешь вообще, нет? Его объяснение. Нет, ты не животным назвал. Правильно, после слов каких твоих? Ну, хочешь поругаться? После каких слов я назвал тебя этим словом? Так вот, вопрос, какой ты хотел задать? Задавай мне его. Так будет проще. Я честно на него отвечу тебе. Да ну слушай, не тяни кота за яйца. Спрашивай. Вот меня кот орёт. Почему он орёт? Что у него хозяин дебил. Так вопрос в чем будет? Какой? Нет, четкий ответ. У меня хозяин дебил. А если вот... У вас кто хозяева? Вопрос, какой у тебя будет? Еще раз. Я тебе сказал, у меня кот орет. Ты не ответил. Да. Да. Какой еще вопрос будет? Задавай ты вопрос. Почему ты бухаешь? Как? Почему? Как, почему? Коц. Коц? Хочется. А, хочется. Замечательно. Теперь твой вопрос. Ну? Боже, ну... Пробухал весь мозг? Пробухал весь мозг? Я не пью, синька это чмо. 100%. Ну давай, рожай вопрос. Ну давай. Как думаешь, кто победит, Россия, Украина? Украина. А знаешь почему? Вы экономически не вытяните против нас, учитывая, кто нам помогает. Ой, Украина это дай, 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 дай. Неважно. Тут же важен результат. Важен результат. Большая Россия за более чем 2 года не может победить маленькую Украину. Неважно, кто помогает. Ну, давай согласимся, это не маленькая. А, мы уже не маленькая. А, прекрасно. Средняя. Это прекрасно. А ты думаешь, победит Россия? Не можешь или можешь? 100%. Ну, аргументируй. Ну, хотят, ну немножко с вами церемониться. А вот сейчас вот те люди пишут, не хуй с ней церемониться. А до этого не церемонились? Или церемонились? Нет. Вы хотите, чтобы Украина не стала?
Ну так а что вы сейчас делаете, забрасывая бомбами мирные города? Нет, еще церемонимся. Ага. А не церемонимся, это ядерное оружие? Нет, я говорю просто, вашу Украину, блин, понимаешь, там есть люди нормальные, которые понимают. А зачем тогда стреляете бомбами по городам? Блин, вы хотите, чтобы Россия стерла и не было такой страны Украина? Я говорю, зачем стреляете бомбами по городам? Ну, для профилактики. Да. Там же гибнут люди, дети. А если вы не понимаете? Не понимаете. Ты понимаешь, что своими бомбами вы убиваете детей? Как с вами бороться? Ты не понимаешь, что своими бомбами вы убиваете детей? Если Россия пришла... Животное, еще раз я тебе задал вопрос. Залупинка ты тупорылая. Услышь вопрос. Услышь вопрос. Ты понимаешь, что своими бомбами, которые кидает Российская Федерация, вы убиваете детей? Победи, ну победи Российскую Федерацию. Давай, ты вот ты своим тухлым языком, блядь, что ты нахуй там будешь говорить? Ну давай, я тебя внимательно слушаю. Ты понимаешь, что своими бомбами вы убиваете... Лысый дебил, услышь еще раз вопрос, конченая пьяница. Кончита ты недоструганная. Закрой свой спермоприемник и послушай внимательно. Один вопрос. Ты вообще через пелену алкоголя понимаешь, что ракета, которая летит в город, она убивает детей? Или ты не понимаешь этого? Нет, я это понимаю. Понимаешь? Тогда у меня вопрос. Это что за освобождение, при котором вы бомбами убиваете детей? Если вы дебилы будете, ну, там дальше сопротивляться, там, поверь, полетит еще больше ракет. Если вы дебилы. Так, смотрите, реально с такими конченными говорить нельзя. Почему? Потому что ты сейчас мне говоришь, чтобы мы не сопротивлялись. То есть ты приходишь в мой дом, животное, послушай меня внимательно, животное пьяница, услышь меня. То есть когда такая пьяная тварь приходит и начинает убивать, по твоему мнению, мы даже сопротивляться не должны. Мы вас, тварей, будем утилизировать все дальше и все больше. И такие тупорылых, как вы, прилетало к вам и будет прилетать к вам больше. Да. По всей России подарков будет все больше и больше. В Севастополе самолет что упал? Вчера самолет. Сушка. А, ладно, замечательно. Количество НПЗ, взорванных за последнее время, какое? Количество попаданий в вашу военную инфраструктуру. 25% Украины. Серьезно? Дебилы, блядь. 25? Да. Уверен? Я 100%. Да. Ага. А если меньше? А если меньше? Ну, давайте попробуем. Смотри, война началась 14... Закрой рот на секундочку. Не, так оно и будет. 14-й год. 15-й, 16-й, 17-й, 18-й, 19-й, 20-й, 21-й, 22-й, 23-й, 24-й год. Значит, у нас 10 лет, да? За 10 лет войны большого государства с небольшим государством мы смогли... 25%. А на всем остальном у нас есть свет, интернет, работают магазины и все хорошо. Поэтому, животное, разговаривать с тобой я не вижу смысла дальше, потому что через пылину твоего алкогольного вот этой зависимости нормальная мысль не прорвется. Кстати, хотел спросить, как тебя животинка-то зовут? Как зовут тебя, говорю? Алексей. Алексей.
Мне же надо как-то подписать видео. Да, подпиши. Да, Алексей. Когда я тебя буду приходить, убивать тебя. Ты встань с бутылки, животное. Алкашня тупорылая. Вытащи хер со рта. В лучшем случае, что ты можешь алкогольная херь. Максимум, что ты можешь. А за что ты хотел бы убить меня? Вот мне интересно. Я тебя сфотографирую. Ну, давай. За что ты хотел бы прийти в Украину и убить человека, а? Животное. За что ты хотел бы убить другого человека в Украине? Нет, я не хотел бы. Так ты же сказал, что приду. Тебя когда-то ждать можно? В какой момент времени ты, алкашня, придешь? Животное, ты когда придешь? Заднеприводный. Заднеприводный. Нет, таких тупорылых, как ты. Возможно, вы можете только сточными водами, псы дурные. Но вооруженные силы Украины утилизировали, утилизируют и будут утилизировать таких долбоебов, как ты. Давай, идешь нахуй. Да-да-да-да-да. Так, дорогие мои, все-таки перерывчик сделаем. Сколько мы там уже? 1:20. Я думаю, будет нормально. Сделаем перерыв и немножко позже зайдем. Подписка, лайк. Все как обычно.